Сегодня 55 лет отмечает коллектив филиала Российского университета кооперации. Когда-то это был учебно-консультационный пункт, а теперь один из ведущих вузов Чувашской республики. Сегодня здесь учатся 4000 студентов более чем из 60 регионов страны, немало и зарубежной молодежи. Экономический и юридический факультет управления идут в ногу со временем. С полученными здесь знаниями студенты востребованы не только на предприятиях Чувашии, но и России. Мы осуществляем непрерывную многоуровневую подготовку по 35 образовательным программам высшего образования, в том числе 17 программам бакалавриата и 16 программам магистратуры. В кооперативном институте трудится 144 преподавателя. Почти все имеют ученые степени. Сегодня на торжественном собрании многие из них получили заслуженные награды.